Добрый привет, с вами Тед, и сегодня будет необычный ролик, ребята, мы сегодня будем играть, я сегодня, точнее, буду играть не один, я буду играть с Димасом. Димас, поприветствуй. Всем приветик. Вот, да, вот этот вот пердящий микрофон, это Димас. Будем играть в игрушку под названием Totally Accurate Battleground. Да, именно. Все, нажимаем Ready, видите, я в виде такого, знаете, как французского урода. А я в образе Оби-Вана Кеноби с 4-го эпизода «Звездных войн». Все, мы появились. Так, где мы теперь? Блин, мы все, почему мы так далеко друг от друга? О, блин, меня прикольно разносит. Ты тоже выпрыгнул? Нет, я не могу выпрыгнуть. Как выпрыгнуть-то? F. Ох, нифига меня выпульнуло. Так. О, ты ко мне навстречу. Я тебя ловлю. Прикольно. Подожди. Чё. Тихо. Он битбоксит, он такой ту-ту-ту-ту. Смотри, да. Там два человека. Давай их загасим. Погнали, не загасим. Там уже кто-то стреляет, это опасно. Давай попробуем. Иди сюда! На! Ты чё, тварь? Ой, я тебя бью. Да пофиг. Какого черта? Это клуб боксерский. Одного завалил. Красава! Ты, о, он сейчас меня завалит. Я упал. Меня убили. Да. You dead. Ладно, ничего страшного, сейчас начнем еще раз. Давай. Дружище, а тут можно поменять вид? Нет, время первое. Это же полный реализм, видишь? Отлично, полный реализм. Когда тебя выбрасывают с машины, как пушкой. Вот это реализм! С летающей маршрутки хочу уточнить. Я бегу к тебе навстречу. Кстати, по тени можно посмотреть, как я бегу, когда он какой-то отстал. Красная шапочка, да, прикольно будет. Так, раньше времени не планы. Давай, знаешь куда? Я место на карте поставил. Будет сорвать. Ага. Бери прицел вверх и давай прыгать. Повыше прицел. Да. Ладно. У-ху! Нифига себе! Чё со мной? Там кадок на этом, на берегу есть, я на него прыгаю. У меня 20 FPS. Где я вообще? Я, по-моему, с карты вылетел. Смотри. Я не знаю, где. Классно. Классная игра. О, смотри, как я лежу. О, это граната какая-то. Тоже там четверку по нашему. Опа! Ёжики, посмотри! Чё вы нашли? Отстань! А это моё всё! Я тебе не отдам! Пошёл в воду! Дубинка! Смотри, у меня какой-то. Посмотри, ты видишь, у меня дробовик между ног застрял. У тебя видно? Да, да. Просто охрененно. Так, нажми, какие у тебя патроны, на какое оружие? 45,9 мм. Ты чё, Лёха? 45, так, девятку лови. Ты чё, Лёха? Я? Да, ты такой, чё у тебя есть из патронов и Лёха? У меня в пузе торчит дробовик. Давай я через тебя буду стрелять. Просто, знаешь, такой терминатор. Типа, иди Матуя, сюда. Жидкий, который. Таджикский. Шлем. Таджикский терминатор. Я нашел машину. Даже две. Да тут вертолет, он рабочий есть. А на натуре? Да. На натуре на него можно сесть? Погнали ты в вертолет. Ой, он что-то дымится. Он дымится! Я так стою. Погнали. У меня такие ножки просто смешные. Тай, тара, та, тай, тай. Ладно. Пристегнались. Нет. Вон. Где? Видишь, едут. Тормознуть хочешь. А он ля-ля-ля, бегают, вылазь. Тихо! Вылазим! Да вылазь! Ох, нифига себе! О! Нифига по мне палят! Меня завалили. Нет, братан, живи! Ай, господи, умри! Ах, ты самурай гребаный, проклятый! Натуре ниндзя, чтобы кончил. Все, я понял, что здесь самое лучшее оружие — это меч. О-о-о-о-о-о-о! Меня бьют! Да какого черта? Да фак! Ты умер?
Да, мне написали. Ай, да господи, я ж был жив еще. Мне написали, что я убил себя. Ну тут вообще себя нельзя убить. Как так? Бай-бай. Мне написали бай-бай. Ты посмотри, как он садится на корточке. Мило так. Как будто хочет писать. Стеснительная девочка такая. Простите, а вы не знаете, тут пописить можно? Я нашел меч. О, вон, кто-то идет. Так, где? Чистый меч. Все, я пошел просто убивать. А, вон, вижу. А, какого черта? Димас! Меня убили. Он там впереди. Там справа, сейчас сразу справа. Справа, пули кончились. Черт. Так, ну все, мы прямо сейчас. Мы сейчас обязаны. Знаешь, как психопат, да, мы обязаны выйти. Занять топ-1. Все, играем в крайнюю игру. Если мы сейчас не занимаем топ-1, то ну как бы. Мы не заняли топ-1. Да. А ты попробуй нажать Enter, что-нибудь в чат написать и нажать Enter. А, я выпрыгнул! Слышал, такое сделал? Да, это чат. Ну ладно, по крайней мере мы вместе. Ёпта. Ты чё, выпрыгнул? Пошёл! Мочи его! Петух гребаный! Ты на кого бочку катишь? Ты где? Блин, где? Вон он. Я в натуре петух, я не ошибся. Где? Да я не вижу его! Иди сюда! Ты не в тот район зашёл, ты понял, петушара гребаный. Блин. А ну гребень себе подбери. Ты походу меня бьёшь. Он спортив, как он, блин, накручит. Отлично, замечательно просто. Брат, я тебя сейчас подниму. Дай минуту. На, второго вырубил. Второй сейчас тебя вырубит. Что за ведьма с шляпой? Да, у меня тут сердце бьется. У меня сейчас, походу, конец настанет. Ты просто... Ай, красава, просто... Победитель, ты можешь руку поднять, нет? Блин, я устал, пипец. Я реально устал. Такой прям мы как-то... Все, погнали. Просто гасил такой, как зверь. Рокки Бальбоа. У меня аж слеза пошла с подмухи. Слеза с подмухи пошла. Сейчас напишу. Субскрибе... Пет... Мозби, что он на это скажет? На его языке подписывайтесь на Теда Мозби, будет как... Очень занимательная игра. Поучительная, я бы сказал. Вон там что-то есть, я что-то вижу черное. Это друг. Ты что отваляешься, джентльмен? В очках. Ля-ля-ля, тут двое целуются. Ля, сосутся с оружием двое. Мочи. На, но он вырубил. Блин, он без оружия. Там стреляются? Черт, меня убили. Братан, я тебе помогу! Давай, иди сюда! На, все, меня вырубил топором. По-моему, я его тоже вырубил, нет? Бай-бай. Но это слишком быстро. Давай еще. Господи, какой же тут FPS высокий. Точнее, диски. На! Я завалил чувака! С пистолетом один бегает. Беги. Я его убил. Стой. Беги, я его закашу. Закашу. Я топор взял. Я тоже. Куда ты делся? Стой. Блин, как же непонятно что-то. Где он? А, фу, это ты. Господи, еще, я тебя попал. Да он где-то здесь. Он, блин, он скрылся. Хай. Вот, тут мушкет валяется. How are you? Он мне говорит. О, нет! Меня гасит! Димас! Нет. Стой! Он внизу, он внизу! Черт! Тебя загасили? Да. Блин, так я его с топора ударил, блин, один раз. Ладно, все, это бесполезно, мы так никогда не дойдем. Спасибо, что посмотрели, ребята. С вами был Тед Мосби и Дима. Ну, Дима, ну давай это. Короче, ну вы поняли, да? Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео, пока!